Для многих это величайшая история любви 20 века. Король, отказавшийся от престола ради любимой женщины. В 1936 году. Вам нравится Англия, миссис Симпсон? Здесь всегда холодно. Может, кто-то смог бы вас согреть? Разве не для этого нужны мужья? Одна интрижка. Ты пытаешься соблазнить меня. И как получается? Превратилась в один из самых громких скандалов. Уверен, эти слухи всего лишь выдумка, Ваше Величество. Какие слухи? О том, что у него серьезные намерения. Что значит намерение? Она замужняя женщина. 20 века я не встречал ни одного человека, столь сильно одержимого другим человеком, как он ей. В 1998 было сделано открытие. Я читала, что вы храните их переписку. Могу ли я на нее взглянуть? Обычно это не разрешаем. Пролившая свет на реальные события... По-моему, очень важно рассказать о ее точке зрения. Стоявшие за историей любви. С днем рождения, Уэ. Что такое Уэ? Уоллес и Эдвард, глупая. Почему тебя это так интересует? Девочки любят сказки. Откуда ты знаешь, что они жили долго и счастливо? Его королевское высочество звонит из Парижа. Ты знаешь, что сдашься, если заговоришь с ним. Но он мой брат. Меньше всего тебе сейчас нужен брат, шатающийся по Англии с этой оторвой. Скажи, что я занят. Твоя семья никогда нас не поддержит, и премьер-министр тоже. Значит, я откажусь от трона. И меня будет ненавидеть весь мир? Кажется, он принял решение, не так ли? Я осознал, что не смогу выполнять обязанности короля без поддержки женщины, которую я люблю. Весь мир повернулся к ней спиной, но она не сдавалась. Фильм «Мадонны». Эбби Корниш, Андреа Райсборо, Джеймс Дарси и Оскар Айзек. Ты не представляешь, как тяжело быть частью величайшей истории любви этого века. Уоллес и Эдвард.